Церемония открытия региональной программы ВФМ прошла в Дагестане 12 марта в отеле «Азимут» города Каспийска. В ней приняли участие ребята со всех уголков мира. Поприветствовать гостей прибыли заместитель председателя правительства Республики Дагестан Муслим Тилякавов, министр по делам молодежи Республики Дагестан Камиль Саидов, министр по физической культуре, спорту Сажид Сажитов, министр по туризму и художественным промыслам Эмин Мирданов и многие другие. Они отметили, что Республика Дагестан богата природными и культурными богатствами, в том числе на территории региона есть и объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Для иностранной делегации была подготовлена обширная программа, которая ознакомила их с красотами региона и окунула в атмосферу колоритного Дагестана. Гости региона поделились впечатлениями от посещения фестиваля в Дагестане, а также поблагодарили за теплый прием и интересную программу.